что мы, когда вот префект приезжал в мае, тоже встречу проводили, вопрос поднимался. Значит, Московской архитектуры подобран участок земельный. Там три варианта подобрано потенциальных, но по двум уже проходили, по одному проходили слушания, там отказ у жителей, это Мусаджалили 5, корпус 5. Там отменены, ну не отменены, там отрицательное заключение по итогам публичных слушаний жителей корпуса. Был вариант пересечения Шипиловской и Орехового, но там гаражи расположены, и в случае строительства потребуется, соответственно, снос гаражей, что породит, опять же, конфликтную ситуацию в районе. И поэтому подобран участок Рековый бульвар Владения 26. Вот сейчас Москомархитектура дает заключение по максимальной площади, потому что задача выйти 1000 на 5 квадратных метров, чтобы это позволило разместить ФОП с бассейном.